6 июня котельная номер 16 города Сланцы по причине обрыва кабеля была полностью обесточена, вследствие чего в квартиры горожан перестала поступать горячая вода. Устранить последствия этой аварии удалось только к вечеру 9 июня. О том, почему так много времени потребовалось для ее решения, рассказал специалист ресурсоснабжающей организации. На данный момент все схемы устарели, значит, привязки кабеля были в одном месте, кабель оказался в другом месте. Работала подрядная организация, порвали кабель. Значит, постарались быстро и оперативно устранить данную проблему. Значит, нашли муфты, все сделали. Значит, но учитывая то, что все на данный момент организации, в данном случае горсети, находятся в Кингисеппе, значит, долгое согласование происходит по лаборатории. Лаборатория приехала, мы прозвонили кабель, все хорошо. Значит, на сегодняшний день мы уже готовы к подключению котельной по питанию, но существуют определенные процедуры по подключению. Но и учитывая то, что опять же организация находится в Кингисеппе, уходит очень много времени на то, чтобы согласовать все. На данный момент все устранено. Значит, ждем команды и будем, подаем напряжение. И будем запускать котельную.